Ни одна страна не сможет решить глобальные проблемы человечества в одиночку. Этой цитатой генсека ООН Антонио Гутерреша завершил свою речь на Генассамблее Организации Объединенных Наций президент Игорь Дадон. Как отметил глава государства, 75-летие со дня основания ООН форума, где решаются все вопросы, с которыми сталкивается человечество, затмила пандемия. Вот и юбилейную ассамблею приходится отмечать онлайн. Тем не менее, Игорь Дадон уверен, все удастся преодолеть. Он подчеркнул, три столпа, на которых зиждется организация, мир и безопасность, права человека и развитие, доказали свою эффективность. Президент отметил, что наше общее будущее означает защищенную на деле, а не на словах планету. Участникам ассамблеи предложено одобрить декларацию, посвященную круглой дате, в которой подтверждается важность межнационального и межгосударственного диалога.